Я Цезарь. В смысле, меня так называют. Цезарь. Это, кстати, и я. Я происхожу из древнейшего рода бладхаундов. У меня было очень приличное поместье, хорошие хозяева. С днем рождения тебя! Благодарю, благодарю. И, как ни странно, воспитанные дети. Как истинный породистый англичанин, я очень любил футбол. В общем, не жизнь была, а малина. Так говорил хозяин. Потом он почему-то поспешно отправил всю семью на мою историческую родину, то бишь в Англию, куда следом должны были поехать мы. Но он чего-то ждал. Он чего-то ждал. И дождался. В поместье пришли какие-то странные люди, одели моему хозяину суровый ошейник. Хозяину это не понравилось, и он пообещал этих людей загнать за Можай. Не знаю, где находится этот Можай, но хозяина, по-моему, загнали еще дальше, с какой-то конфискацией. И так я попал к Кравцову. С этого момента у меня началась новая жизнь. Конечно, не сахар, но жить можно. Новые хозяева, хоть и были люди простые, меня все равно уважали. Поначалу мы присматривались друг к другу, потом подружились. Павел Сергеевич, так звали Кравцова, очень любил свою жену, Людмилу Евгеньевну. Она любила его, но не любила его работу. Он был оперативник. Кравцов работал как папа Карло. Не знаю, кто такой Карло и чей он папа, знаю только одно, что он и Кравцов работали без выходных. Люд, меня вызывают. Начальство ценило за это Кравцова и даже предложило ему пойти на повышение. Я оперативник, товарищ полковник. А мне плевать! Или участковым, в деревню, или катись из органов! К чертовой матери! Кравцов отказался. Есть. Из скромности. Жена одобрила такой поступок Павла Сергеевича и ушла к родителям. Жаль, мы так успели к ней привязаться. Поначалу мы думали, что она вернется, но Людмила Евгеньевна не вернулась. И тогда Кравцов стал всерьез обдумывать предложение начальника. Пока я гулял, он думал. Пока я гулял, он все думал и думал. Но на голодный желудок много не надумаешь, и мы решили подкрепиться. Собачка! Собачка! Иди сюда! Иди сюда, собака! Цезарь, собака! Фу, я сказал. Собака! Собака! Иди сюда! На-на-на-на! Да не надо! Цезарь, ну фу! Ну как тебе не стыдно, Цезарь? Вы собака, кушай. А вы из деревни? Да, из Анисовки мы не бывали. Из Анисовки нет, не бывал. А зря! Зря! Вы знаете, как у нас хорошо, у нас кругом сады, природа. В общем, сплошная экология. А женщин-то у нас сколько там интересных, пропасть. Приезжайте к нам, участковым, тетя. Ага, участковым, да. Что же у вас своего участкового нет? Был, да утоп. Или утопили. Ну ладно, ну что ты, ну что ты, его, ну что ты пугаешь, ну что ты пугаешь, человек. У вас река есть, да? Да, да, вот такая, классная река, огромная. Редкий мент доплывет до середины нашей реки. Ой, извините, что я говорю. Я, честно говоря, плохо представляю себе, что может участковый в деревне делать. А тут и я, ну вот что, ничего не делает. Отдыхает. И вы отдохнете. А то вид у вас какой-то больно заморенный-то. А вы с нами пивка-то не выпьете? Ну, спасибо, я не пью. За компанию. В форме не положено. А, видишь, не хозяин себе. Нет. Не хозяин. Не хозяин. Не может он. Не хозяин. Нюх, поехали. Вася! Идем! Ну что, приедете? Ну приедешь! Может, и приеду. Обещаешь! Смотри, не обманешь, ждать буду! Счастливо! Анисовка! Запомни! Вот так мы попали в Анисовку. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простор, и я рад.
Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. Сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, ну как я оторвался от лета. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он как я оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он как я оторвался. Ну что, нравится тебе здесь? Да уж. А я в восторге. Господи. Блин. Поселили нас в дом покойного Максимыча. Здесь уже давно никто не живет. Теперь будем жить мы. О! Благоустройства никакого. Удобства во дворе. Хотя складывается ощущение, что ими и здесь не пахнет. Но надо же эту проблему как-то обозначить, Павел Сергеевич. Ну что ты, здесь везде можно, природа. Ёлы-палы. Не гадишь, где живешь? Тоже верно. Какой ты умный, Цезарь. Ну что? Ну и где здесь может быть туалет? Пойдем поищем. И я с тобой заодно тоже. Пойдем, Цезарь. Здравствуйте, дорогие мои! Здорово! Здравствуй, Хали-Гали! И тебе того же, Андрей. Слушайте, пора бы Сурикову-то уже быть. О, проснулся! Да, давно пора. Может, утра сиди, ждались. Вася теперь отсыпается. С Мурзиной вчера гуляли. Так, это по какому поводу? Поводу. А то им повод нужен, да? Встретились два мужика, вот и повод. Да, вот именно. Вот ё! Ну ты б сходил, что ли, Хали-Гали? Да
И скажи, чтоб в 5 минут здесь был. Иду, иду. Ну, тебе сказали, сходи. Молоко скиснет, пока ждать-то будем. Ну. Вася время знает. Пока я иду, он сам 10 раз обернется. Вась! Куда спрятал, я тебя спрашиваю? Вась, уймись! Ну, не зови меня лучше. Уймись, Вась, мой, вот, Вась! Что? Вась, ну иди на работу, а? Вась, уймись! Иди на работу! Иди, или поспи! Иди, вообще тебе ехать надо! Иди сюда, блин, зараза! Или себя! Да, да что ж ты делаешь, ты паразит? Да что ж ты делаешь? Ой, ой! Ой, да ты что? Ой, ай, да ты что? Здравствуй! Ой! Новый сосед наш! Сосед! А мы вот тут разговариваем! Ага! Где? Куда ты спрятала? Я тебя спрашиваю. Где? Нету. Придушу тебя, сволочь такая! Ну-ка, говори, где? Где, говори? Отойдите от нее. Куда спрятала? Отойдите от нее, говорю. Кто такой? Тебе что надо? Я сказал, отойдите от нее. Убиваю! Кто тебя убивает, дура? Ну непонятно, что ли? Ты как вошел сюда? Через дверь. Какую дверь? Через эту. Тебя сюда звали! Эй! Слушай, ты звали! По-моему, они во что-то играют. Ух! Нифига себе, елы-палы. Началось в колхозе утро. Или нет, Павла Сергеевича попросили по хозяйству помочь. Неужели вы и это умеете? Нет, не умеет. Так, что, нет, что ли, еще? Не видишь, что ли? Выкупить надо у него, Андрей Ильич, автобус-то. Тоже мне частник нашелся. Это почему это мы все от него зависим? Или сами купили бы автобус на хозяйство, что ли? Купим, купим! Вот эту фразу я уже слышу 3-й год. Какую? Купим, купим! Вот как только, так сразу. Сразу. Ганя, Ганя, ты уже здесь? Суриков-то где? А, сейчас, мигом. Да, сейчас. Ты ходил к нему или нет? Ну, иду, 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 ой, иду. Ой, сам схожу, господи, быстрее будет. Тихо! Чего тихо-то тебе? Тихо! Ну вот, иди вот. Давай. Я сниму в город надо! Давай! Вместе с педалями-то быстрее сам добежишь. Да что ж ты делаешь, Василий? Ну, сказала же, нету. Ты кто еще такой? Позволь представить. Старший лейтенант Корцов, Павел Сергеевич, ваш новый участковый. Извините, но вынужден вас арестовать. Чего? Да я не посмотрю, что ты в форме, понял? Ой, тихо. Ты что делаешь? Тихо, тихо, тихо. Извините, ради бога. Берите его, сажайте. Он чуть детей за это не сделал. Пройдемте. Фамилия? Суриков. Имя? Василий. Отчество? Анатольевич. Партийность? Работа, должность, профессия? Так, это что за фокусы, Василий? Что, мне Наталья говорит, тебя увели? Здравствуйте! Вас вчера встретили, разместили, да? Угу. Жилье устраивает? Да, нормально. Вот уже работаю. Замечательно. А что, что это? Ух, это он в наручниках, что ли, да? Ну вот, жену чуть не придушил. На меня покушался. Вот так вот, да? Доигрался, Василий. Что, напился, что ли, опять? Да не пил я. С похмела только. Вроде действительно. Ну, вдохни! Ну, так это вчерашнее. Сейчас-то он трезвый. Ну, так что, трезвому теперь все можно, получается? Ну, я не знаю, ну, может быть, для начала какие-нибудь воспитательные меры.
Нет, я, конечно, понимаю, вы авторитет как бы свой хотите показать. Нет, я вас, я согласен. Как ваше имя, отчество, простите? Павел Сергеевич. Павел Сергеевич. Андрей Ильич Шаров. Mm. Очень приятно, да. Понимаете, вот какая задача, Павел Сергеевич. Василий автобус, понимаете? Он его собственными руками собрал. Хороший водитель, лучший местный Шумахер, понимаете? Сейчас вот безвозмездно помогает односельчанам. Это хорошо. Да, понимаете, на рынок возит. Сейчас вот администрации женщины собрались, и мне бы надо было очень бы в город подъехать. Павел Сергеевич, пожалуйста, отпустите его пока. А как только вернемся, я вам обещаю, как глава администрации, примем очень серьезные меры. Все. Я говорю, вплоть до штрафа. Я говорю, рублем тебя будем бить. Да тут рублем мало, Андрей Ильич. Он жену чуть не убил. Мне досталось. Но я, конечно, могу и промолчать. Если он раскается, конечно. Вот, Павел Сергеевич, давайте мы так и сделаем. Сейчас Василий попросит прощения, быстренько свозит меня и людей в город, а потом, я вам обещаю, потом, до первого случая, Вася, вот первый же случай, я тебя вот собственными руками в тюрьму сдам. Так, все, Вася, давай, пожалуйста, проси прощения, обещай. И побыстрее, люди ждут. Ну тебе что, трудно? В первый раз, что ли? Сметана киснет, понимаешь или нет? Ну вот ведь, Андрей Ильич, мне нужен транспорт, я его должен в район отвезти. Протокол я уже начал составлять. Посадит его годика на два. Посидит, подумает. Лучше, чем 10 лет за убийство. А оно будет. Я вам обещаю, будет. А ты не обещай. Обещает он тот. Царица небесная, матушка, Вася, да что они делают? Да что же такое? Ой, Андрей Ильич. Чего ты ко мне-то? К нему он, наш новый участковый. Здрасте. Да, здрасте. Приехали, значит, это да. Хорошо. А может, вы его отпустите по первости, да? Он тихий уже, я же вижу. Сейчас домой заберу, запру его. Пойдемте вы к нам. Яишенки там, курочкой покушаем, да. И все будет нормально. Давайте как-нибудь в другой раз. Пошли, Суриков. Мама, ну уйди, тебе говорю, уйди. Есть машина какая-нибудь у вас, Андрей Ильич. Пошли, Суриков. Не пущу! Господи, не пущу! Ты, боже мой. Тогда меня забирайте. Вяжите. Цепляйте железки. Пожалуйста. На меня цепляйте. Пожалуйста. Не надо вот. Мешать. Я не имею права его отпустить. Пошли, Суриков. Пойдемте. Ну не позор ты меня, уйди! Что ты? Уйди, ну! Ну не позорь! Все, пожалуйста, не уйди! Не да все будет нормально! Тихо! Стоп! Завод встал! Почему пресс не работает? Сломался. А Мурзин где? А я откуда знаю? Василий, колись! Иди немедленно показывай, где Сашка! Пошли! Павел Сергеевич, извините, но... Андрей Ильич! Господи, Вася! Вася. Давай! Терце уни, и уныло по ровному полю разливается песня мщика. Держи. Так, Александр Семенович, у вас там, между прочим, пресс сломался. Я отгул взял. А кто вам его дал? Я сам взял. И уныло по ровному полю. Петь не можешь, Куропатов, ты чего здесь сидишь? Я за ним пришел. И ну что, ты два часа уже ходишь? А что я, начальник, чтобы приказывать ему прямо сию минуту? Сидим, вот разговариваем по-человечески.
и вы уже идти собрались. Вот именно. Еще минута нас здесь не было. В добровольном порядке. А так из-под палки получается, извини. Скажи спасибо, что на тебе наручники надели. На меня он уже нацепил. Новые порядки вводим. Так, ну, слушайте тоже дурака. Он жену избил. Вот его и взяли. Прошу прощения, нельзя. Душа горит. Ты человек или нет? Нельзя. Да ладно, Вась, ну не нарывайся, чего уж теперь. Нет, почему же? Его взяли. Берите меня. Ведите, куда? Ваша власть. Так, Сань. Так. Сань, ты чего? Александр Семенович! Александр Семенович! Куропатов! Захлопнул. Юрка, зачем ты погляди, кто там приехал. О, здрасте. Не обманулись, значит, женщин-то. Пообещали и приехали. Ой, первый раз я таких мужчин-то вижу. Не перепились еще мужики на Руси. А вы сейчас всегда так поступаете. Да, всегда. Андрей Ильич, ну где? Васька, ты где гуляешь-то? Ты видишь, что тебя бабы ждут сколько времени? Где, где? Арестовали он меня. Кто? А кто нас на рынок повезет, а? И без того один раз в неделю только ездим. Шутка, что ли? Андрей Ильич, а другого транспорта нет, что ли? А на другом нельзя. Нет приспособлений для перевозки людей. Подождите, бабы, подождите. Да. Слушай, если ты боишься, ну давай поезжай с нами. О! Ну пусть он свезет нас туда и обратно, а потом его расстреливай к чертовой матери. Да. Не надо никого расстреливать. Я просто не имею права его отпустить. Извините, не получится. Ну ладно тебе. Такой симпатичный, такой неуговорчивый. Милые женщины, вы даже не знаете, за что я его арестовал. Он жену свою избил. Что вы говорите? Какой кошмар! Да ладно тебе, ну задрались мы с женою. Мой ко мне вон приезжает. Раз в полгода на три дня мы и то успеваем. Милая, роняться только тешится. Это ваши личные проблемы. Я отпустить его не могу. Все, извините. Нет, извините, Андрей, пожалуйста. Нет, извините, пожалуйста. Что нам-то делать? Мы тут второй час паримся. Все пропадет. И яйца, молоко, и сметана, если не продам. И так денег нет. Ну дайте заработать, не лишайте последнего. Отвези сам тогда. Действительно, а кто-нибудь другой может отвезти? Так Володька может. Сынок, Володь, ну отвези для нас. Ну что делать? Давай ключи отвезу. Ну ключи-то даст. Автобус мой, все. Да какие проблемы? Пускай он отвезет туда-обратно. Дайте ему ключи и все. Не имею права. Вот, пожалуйста. Тогда рейс отменяется. Какая ты пошила? Вася, ты поранила? Неужели вам не страшно? Он же с перепоем. Зачем вам жизни рисковать? Их кормить надо. Ваша фамилия? Кравцов. Липкина, учитель химии. Тебе же говорили, что у нас участковый отдыхает. А ты права качаешь. Ты видел нашу речку? Знаешь, она у нас бурная, а? О, Казбек прям! Казбек-гора. Черек! Одну вас оправдывает молодой человек. Конечно, вам надо было себя мужчиной показать, на своем настоять. Понимаю вас. Это мне в последнюю очередь нужно было. Что, мужчиной себя показать? Ой, а мы на вас как надеялись прям. Расстроили вы нас. Ну, пойдем, Нюр. Ну, пойдем. Ну, идем. Я тебя генерала найду, а он старлей. Вот, Вася, трудно тебе было прощения попросить, да? Ну и порядочки тут у вас, я смотрю. Пройдемте, Суриков. А сегодня сложно прислали? Кто больной? Вот больной. Наш фельдшер. Здравствуйте. Вадим. А на что жалуетесь? Да нет, так, царапина там. На голову он жалуется.
Машина только завтра утром будет. Ну вот, теперь ты и жди, раз ты такой упрямый. Да не упрямый я, Андрей Ильич. Ну нельзя так, как же вы не можете понять? Сам взял, сам отпустил. Я по закону его взял. И отпустить могу только по закону. Мне тоже вся эта ситуация, ёлы-палы. Спокойно, я перед еще обработаю. Спокойно. Да не надо. Спокойно, спокойно. Он жену свою душил, на меня полез. А если бы у него в руках топор был, да что ж ты пьёшь-то? Ладно, ну не, что, поговори еще, топор. Ну а как? Да давайте перевязку. Да не надо, и так заживет. А это что за машина? Главбуха нашего. Он где сидит? Вон. Ну, это зеленочка. Не надо. Ну, давайте хоть спирту тогда ему. Такие не пьют. Здравствуйте. Старший лейтенант Кравцов, Ажнова-Участковый. Главный бухгалтер Елёкин. До города не подбросите? Занят я. Так, тогда я имею полное право воспользоваться вашим транспортным средством в служебных целях. Примите? Понимаю. Пользуйтесь. Будьте любезны, ключи. А нету. Дома лежат. А как же вы сюда приехали-то? А я не приезжал. Она с весны стоит. Бензин кончился. И шаровая полетела. Не на ходу она. Андрей Ильич, ну у вас хоть какой-то служебный транспорт есть? Вы в город-то ездите как-то? Езжу. Ну? Он в ремонте. А вот Суриков его ремонтирует. Ну, это вам не в городе, где вы руку подняли, и вас везут куда угодно, только деньги плати. А здесь проблемы, Павел Сергеевич. Ладно, я быстро. У вас пока, надеюсь, его можно оставить или нет? Ну, оставляйте пока. Заражение, может быть? Уже! Гангрена обоих полушарий. Вадик, иди уже! Давай, лечи кого-нибудь другого! Здравствуйте. Старший лейтенант Кравцов, ваш новый участковый. Хорошо. Но машина мне нужна сама. Не понял, откуда вы знаете? Извините, некогда. Простите, а можно с вашим мужем поговорить? Можно. На том свете. Он утонул. Извините. Послушайте, так это вы жена? Вдова бывшего участкового. Любовь Юрьевна, кажется? И мне кажется. До свидания. До свидания. ЧП. Участкового нового прислали. Ну что, нашел? Нет. А до района сколько километров? 15. 15. Пешком не пойду. Не имеете права. Перецепи наручники. Руки затекли. Ну, отпустил бы ты его. О, правильно. Давно пора. Чего пора? Пора давно сажать всех этих пьяниц, всех этих злоупотреблятелей вообще. А вы, простите, кто? Дуганов. А вы кто? Кравцов, ваш новый участковый. Они с того начали, товарищ Кравцов. Не Сурикова сажать надо, а Шарова, олигарха нашего. А он олигарх? Вроде не похож. Как же так? Все село с братом под себя подняли. Все село. Один глава администрации, другой директор. Красота! Сейчас в Англии язву лечит. Здесь ее не лечат, а там вроде лечат. Так что не надо жрать в три горла. Если свидетели нужны, я пойду. Не побоюсь. Пожалуйста. Есть конкретные факты, да? Что творится у нас вообще? Уму невообразимо. Олигархи наши, воры. Церковь пробует вот отремонтировать лицемеры. А страха Божьего нет. Раньше хоть партийный страх был. А сейчас полный беспредел. Шаров общественные земли как свои продает за огромные деньги. Угу. Вон богатые из города целый поселок отгрохали.
между прочим, бывшего участкового Кублакова в речке утопили. Наши олигархи. Да, кто? Дуганов, ты опять тут клевету разводишь? Я говорю, вот как 20 лет назад побыл парторгом полгода, у него он в голове что-то перемкнуло. Ходит вон и обличает. Ты вот себя давай обличай. Я говорю, здоровый мужик, а не работаешь. У меня невроз. Официальный диагноз. И булага есть. А тебя я на чистую воду выведу. Народ будет знать о твоих экономических преступлениях. Я Кублакова сколько глаза открывал, а когда открыл, нет Кублакова. Так, шутник, ты у меня дошутишься сейчас. Это знаешь, как называется? Это называется клевета в присутствии органов правопорядка. Ясно? О, да не боюсь я тебя. Ты сам себя бойся. До встречи на суде! Вперед. Это кто? Хулигали. Да я не про лошадь. Это кто? Я и говорю, хулигали. Проходите пока в дом, Суриков. Дедушка! Где? Хали-гали! Ваша лошадь. Максимыча покойного. А? Мелкие вещи в магазин или на склад возить, сам а то. Вот Максимыча возил. И мерин сивый у него прямо в сарае стоял. Кличка, у его кличка сивый. А что им от меня надо? Запах он чует. Ты же в дому у Максимыча живешь. Запахом его и пропитался. У лошадей нюх не хуже, чем у собак. Я грешным делом телогреечку Максимовичу взял поносить. Ну, ему же не надо было уже. Так этот Мерин неделю за мной ходил, пока я ее не снял. Слушай, дед, а повозка какая-нибудь или телега Максимовича была? И сейчас стоит. А запрячь Мерина можно? Дело не хитрое. Упряжь я сохранил. Угу. Ну ладно. Слушай, а ты про местные дела все здесь знаешь? А их кто не знает, если не я? А что за слухи, будто местного участкового вашего Кублакова утопили? Правда это? Неправда. Сом его съел. Я тебе серьезно говорю. Сом метров 5 я сам своими глазами видел. Ну ладно, ты пока это сивого запрягай. Ладно? То-то же. За высокой тюремной стеною молодой арестант помирал. Помочь? Не надо, я сам справлюсь. На карете, значит, поедем? А ты упертый. Па! Да? На, это тебе в тюрьму. Мамам передала. Но! Сивый! Но поехал! Чу! Отвык, 3 года в бубриже не ходил. А чё ж вы мне его запрягли? Вспомнит. Максимыч без матюгов не ездил. Вот Мерин и привык. Но, зараза, ёкарный мама! Ну, чего он не едет-то? Ты не знаешь. Матом его надо.
Но матом как-то нехорошо. Откуда тебя только взяли, юный пионер? Как только таких исусиков в милиции держат. Поаккуратнее с выражением, Сойка, поаккуратнее. А ну эй, стерва японский! Что? Городовой. Простите, ради бога, это я не вам. Это я коню. Кравцов, аж новый участковый. А, очень приятно. Людмила Ступина, учитель словесности. Здравствуйте, Кравцов, аж новый участковый. Какие же? Будьте любезны, вы не могли бы выругаться? Ну, погрубее, можно матом? А то у меня конь не идет. Могу. Но не буду. Да ладно. Да можешь и не пытаться. А как Максимыч ругался, ни у кого не получится. Чего? Того! Максимыч, а? Да ты слышал, как я умею? О, да ладно, ладно. Чего? Да Максимыч мне в подмятке не годится. О, Максимыч! Нет, давай спорить. Давай спорить. На бутылку. Давай. 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 Сейчас. Ну что встал? А середки не лени, как прятался. Да нет, ну, я ж тебе говорю, голос-то был совсем другой, ну. Да. Все, проспорил. Чего? А на что спорили? Да пузырь. Нет, Максимыч. Ну, да я. Еще один. А ну-ка, давай, быстренько, все пропишем! Пистолет, а? Пистолет. Концов, накинь куртку. Что-то занавит меня. Видишь, ну что? Слушай, начальник, ты что будешь делать? Володька, сметану, брось да? курить, я тебе мне сказала. Мне детей надо кормить. Ты что женщина, тихо. Я тоже объясню город. Закон есть закон. Закон никто не обменял. Он совершил преступление. За преступление должен был нести наказание. Жалобу писать будешь. Ты! Открыто. Здравствуй. Те. Здрасте. Мы в общественном смысле. То есть от лица общественности. Вот документы, дипломы, благодарности, грамоты, почетные. Классный специалист Василий Суриков. Хотим взять его на поруки. К сожалению, не получится. Нет теперь такой формы. Да и раньше она была только за мелкие нарушения. А он разве не за мелкое? Никого не убил, не уграбил, не украл. Даже скажи, Миша, слушай, давай по-мужски. Сядем, выпьем, поговорим. Что сам-то на жену? Никогда не это самое? Или ты не женат? Женат. Ну, сейчас, вот сейчас выпьем по чуть-чуть. Это даже Минздрав не запрещает. Вот видел рекламу, под ним подпись. Чрезмерное потребление вредит. Чрезмерное. А если, значит, по чуть-чуть, то получается нет самое, не вредит. Правильно, лейтенант? Ну, смотря что считать чуть-чуть. Некоторым и пол-литра мало. Да. Вот именно. Лично я. Ладно, все. Свидание окончено. В каком смысле? В прямом. Все. Народа не понимаешь. Трудно тебе будет. Пошли, Миша. Бутылку поставил. Обойдетесь. Еще не вечер, Вася. Пошли, пошли, пошли. Привет. Привет, говорю. Кому говоришь?
Здесь больше никого нет. Тебе говорю. Да? Вообще-то по имени обращаются, когда здороваются. Здравствуй, Клавдия. Васильевна. Да ладно тебе. Да не ладно. Я тебе, если не в матери, так уж старшей сестры точно гожусь. Зря ты. Купить что хочешь или как? Милиционера прислали. Утопление Кублакова расследовать. Жалко, что утонул. Я просто сам утопил собаку. Глупый ты, Вовка, а? Молодой и глупый. Разве можно так говорить о человеке, которого нет? А я вот есть. И чего? Никто не замечает. Ладно. Водки мне, в общем. Запишешь? Запишу. Открыто. Добрый вечер. Добрый. Заявление принесли? Женщина пришла, хорошая женщина. Кормить будет. Я вот поужинать вам принесла. Ну и ему тоже. Да я, собственно говоря, ужинал. А вот мужа покормить, а он от моего угощения отказывается. Обойдусь. Сейчас сдохну с голоду. Да и рюмочку можно в виде исключения. Все равно только завтра ехать. Товарищ милиционер, Павел Сергеевич, отпустите его. Я беру свои слова обратно. Заявление писать не буду. Я наоборот, вот, гарантию написала, что он впредь будет вести себя нормально. Давай. Вот дела. Наталья своего мужика в тюрьму хочет засадить. Ну, он же мужик-то не злой. Он же так, ну, от сердца. А от сердца нужно слова хорошие говорить. А он кулаком в морду. Вот я тебя когда-нибудь пальцем тронул? От тебя дождешься. Отпустите его, а? Павел Сергеевич, ну он дурак. Ну дурак. Ну, он детей любит, он ведь хороший. Ко мне тоже относится. Он только когда выпьет, и то не всегда. Редко даже. Уйди, Наталья. Не унижайся тут. Ну вот видите, Павел Сергеевич, он человек гордый. Это я сама виновата. Но представьте себе, человек с похмельем мучается, а я жаду, ничего не даю ему. Это ж любой не вытер. Нет, он теперь пить не будет. Он теперь наученный. Давай. Тихо, 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 тихо. Уйди. Не уйду. А кто детей двоих воспитывать будет? Я, что ли? Давай так договоримся. Я тогда в тюрьму сажусь, а ты с ними тут по хозяйству. И с ними двоими мучайся. А я посмотрю, кому легче будет. Да поймите вы, Наталья, я не знаю, как у вас получится. Ивановна. Поймите, Наталья Ивановна, беда будет. Еще хуже вашим детям будет, когда он с пьяным вдруг вас убьет или изувечит. Он сейчас вот обиженный весь из себя. А если вы видели ваше лицо свое, когда вы жену удушили, с таким лицом обычно и убивают. А потом говорят, как так получилось? А это он что? Хорошо, у вас жена женщина крепкая. Другая от таких ударов давно уж на тот свет улетела бы. Прям на тот свет. Ну так, задел немного. Подумаешь? Да я сама, между прочим, ударилась. Об кулак. Отпустите его, Павел Сергеевич. Ёлы палы, хорошо, отпущу его. А что другие подумают? Значит, можно, так вы хотите? Да ерунда наша участковая. Арестовывать тут же отпускает. Арестовывать не надо было. А я так не считаю. И сидеть надо. Надо, Василий, надо. Вы мне сами потом спасибо скажете.
Он всего без наказания да не может стать другим. Не доходит до него. Ешьте, ешьте, Вася. Да вы что, в тюрьму его, что ли? Погоди. Что Халыч делается? Ну? Участковый что творит? Чего? Человека взял ни за что, ни про что. Ха! Наталью бьет. Ни за что считается. Это дело личное. Ты следующим будешь. В прошлую субботу толкнул меня, до сих пор плечо болит. Тоже спьяну, зараза. Ну, сдай меня! И сдам. И сдай! И сдай! Все как махану! Ну, попробуй. Руки марать неохота. Пили! Ах, ха, неохота. Умная, бестолковая любовь. Жена? Неплохо играешь. Соображалка работает. Налей еще чуть-чуть. Нет, все, Сурика, хватит. Я вообще не имею права. Все. Ну ты тоже выпей. До утра все равно делать нечего. Ну ты же не на службе, а дома. Не пью. Что, больной, что ли? Да нет, просто не пью и все. Принципиальный. Шах. Видишь, вся деревня тоже так считает. Какая странная штука получается, Суриков. Вот ты жену ударил. На женщину руку поднял. Хорошо это или плохо? Ну, вот так, честно, по-мужски. Ну, плохо. А то, что я тебя за это арестовал, хорошо это или плохо? Конечно, плохо. Когда всю деревню арестовывать надо. Усложняешь, Суриков. А вопрос-то очень простой. Сколько будет дважды два? То есть? Ну, сколько будет дважды два? Ну, четыре. Ну, а как иначе, да? Да. Четыре. Только по вашей логике получается, что дважды два может быть и пять, и шесть, и десять, и даже три. Но дважды два всегда будет четыре. Потому что это закон. Не понял, ты о чем? Не понял? На тебе, Суриков. Вперед. Здорово. Здорово. Ой, а можно передать? Тут продукты, белье. Можно. Ой, Вася! Да не реви ты! Чего ж теперь? Иди домой, люди смотрят. Да не убивайся вы так, не посадят его. Обещаю, надолго в тюрьму не посадят. Отсиди 15 суток и все, чтобы хотя бы запомнил. Ой, это пожалуйста, это на здоровье. Спасибо вам, полтергей. Да не надо меня благодарить. Вы подумайте лучше, как вы дальше. Ладно, идите домой. А то и правда люди смотрят. Этого тоже утопит. Или физически, или морально. Ну, это мы еще посмотрим. Попомните мои слова. О! Здорово, Декабрин. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здорово, Суриков. В кандалах. Ой, кто тебя так отделал-то? Ты что? За что? Да он жену свою избил. Ну и там, в общем, избил жену. И что, она в побоях или что, в больнице? Да нет, дома, слава богу, все в порядке. Жива-здорова. Ты что творишь-то, а? Ты что творишь-то? Я, знаешь, на твоем месте дал бы ему в рожу, чтобы было неповадно. Преступление тоже наказание. Все. Ну и что? Вот если бы ты жил здесь бы, это научил бы семейной жизни. Ну ладно, ученый, я так ученый. Ученый. Ну что ты решил? Ну, оформим его на 15 суток. Пускай посидит, подумает. Сколько? Ну, чтоб запомнил. Сурикову 15 суток?
от 3 до 10 лишения свободы. Вот так вот, минимум. Значит, Я что, преступник, что ли? Да, преступник. Значит так, чем мы с тобой оформляем бытовуху? Нам здесь недавно парили за то, что мы не работаем с населением. Так, ты решай, а я у себя. Что, я тебя благодарить должен? Обойдусь. А я и не собирался. Кравцов! Так сколько будет 2×2? Ну вот, Людмила Евгеньевна, мы и устроились. Приняли нас в Анисовке замечательно. Глава сельской администрации назвал Кравцова ЧП, что, наверное, означает «человек порядочный». Ну, кто бы сомневался. Наш Павел Сергеевич с соседом подружился, просто не на шаг от него, Василием Суриковым, местным шумахером. Это у него, наверное, порода такая. Вася показал Кравцову село, на телеге покатал. А еще здесь огромное, просто фантастическое количество кур. Я ни на что не намекаю, Людмила Евгеньевна, просто лучше вас никто куриный суп не готовит. И женщин тут много, и они вокруг нашего Павла Сергеевича так и вьются. Даже кричат от радости. Не понимаю, почему. А вы не знаете?